Здравствуйте, Василий. Это видео про ваш одуванчик. Сейчас я его проверю в моей камере. Вам я советую тоже сначала наклеить его с помощью двухстороннего скотча, чтобы полностью исключить ошибку. Делайте все по инструкции, у вас все получится. Я запрограммировал фокусное расстояние 50 мм, диафрагма от 2 до 32, согласно таблице поправок, которую я вам отправил по почте. Вы всегда можете перепрограммировать от 2 до 16 и просто вводить поправки, поэкспериментировать. Маленький кусочек скотча я отправляю вам в комплекте с одуванчиком. Калибр для наклейки одуванчика на этот объектив вам не понадобится. Делайте все по моей инструкции и не ошибетесь. Клей и зубочистка для нанесения клея. Ни в коем случае не наливайте клей прямо из тюбика на объектив. Сейчас я упакую ваш одуванчик и отправлю сегодня же через Укрпочту. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.